Друзья, всем привет! Вы на канале Азия Китай, с вами Андрей. Сейчас я нахожусь в солнечном Занзибаре на самом настоящем африканском рынке. Давайте вместе сейчас прогуляемся по торговым рядам, посмотрим, что здесь продают и сколько это вообще все стоит. Что здесь продают? Здесь продают абсолютно все. Действительно, здесь можно найти все. Это похлеще даже рынка в Китае. Здесь есть вещи, здесь продают продукты, здесь продают тут же мотобайки, все для автомобилей, еду. И, в общем-то, цены надо спрашивать. Учитывая то, что вы европейской наружности, вам будут заряжать прайс повыше, но всегда можно торговаться. Сейчас мне нужно купить все необходимое для жизни, то есть электрочайник, посуду, фумигатор. И интересный момент, что я до этого зашел специально в магазин, я посмотрел цены, и все здесь на рынке цену заряжают выше, чем в магазине. Они идут на торг, скидывают сразу же где-то 5000, но не более того, все равно в магазине, даже с учетом торга, цена намного лучше. Посмотрите на все эти вещи. Все вновь идет здесь без ценника, просто вывалено. Подходят, смотрят, покупают. Торговля идет очень ожесточенная, несмотря на то, что сейчас палит солнце, сейчас здесь очень жарко. Все куда-то идут, все что-то продают. Но интересный момент, действительно, по ценам здесь нету ничего, и все их надо подходить, узнавать, торговаться. Если вы подойдете и начнете торговаться, конечно же, от вас здесь особо не отстанут, особенно вот на таких вот рядах. То есть вам будут предлагать скидку, но, ребят, ну вот покупать здесь что-то действительно очень стрёмное. Это именно как раз-таки в большинстве своем тот сегмент, который в Китае продается на развес, где-то на каких-то очень-очень далеких малоизвестных рынках. В общем, жесть такая, настоящая африканская жесть. Также здесь продают какую-то еду. И, ребят, действительно, жестковато, жестковато. Вообще, изначально я приехал сюда в надежде купить все необходимое для длительного, более-менее длительного пребывания на Занзибаре. И это действительно здесь проблема. Здесь нету магазинов, супермаркетов, нет магазинов, нет ничего особо. То есть нужно везде ходить по рынкам, везде шариться, в какие-то ларечки подъезжать, узнавать стоимость и пытаться что-то где-то купить. Здесь этот рынок вещевой плавно вот так вот перешел в рынок продуктовый. И опять-таки здесь вот есть хоть какие-то цены. Hi, hi, man. Hi, what do you sell here? No, you don't want. Okay, no photo. Вот здесь продают картошку за 750 местных шиллингов. А курс где-то $1, 2,5, грубо говоря. Hi, man, hi. What is it? Hi. Oh, nice. So cool, man. Здесь тоже продают это лук по 700. Вот такая вот продажа. Yes. Вот так. Сейчас меня зовут к себе посмотреть их товар, попробовать. What is it? What's this? I don't know what's this. Oh. Okay, man. I will check it later. Thank you. В общем-то, вы видите, какая началась движуха, когда я сюда зашел с камерой. Все позируют, общаются. В общем-то, люди на позитиве, они идут на контакт, это прикольно. Но с другой стороны, что совсем не прикольно, что вещей особо нет, цен нет, и все нужно узнавать. И это действительно напрягает, потому что я проехал сегодня на мотосае уже довольно-таки много километров, и до сих пор я ничего не нашел. Я, скорее всего, понимаю, что мне придется возвращаться в так называемый местный такой жесткий полупустой шопинг-молл, в котором я, возможно, что-то и куплю себе из самого необходимого. Овощами, конечно, здесь и фруктами можно закупиться, но только что я буду с ними делать, я не очень представляю. Поэтому нет. Куплю фруктов на выезде, а здесь все-таки я очень хочу попасть вновь в ряды с электроникой различной и, возможно, найти себе хоть какой-то фумигатор. А еще бы не помешал чайник. В общем-то, моя поездка на остров Занзибар была совершенно не запланированная, поэтому я не подготовился. Но, ребят, если вы поедете сюда, покупайте все заранее. Везите с собой свои фумигаторы, везите с собой
чайники и все, что вам необходимо, потому что если будете снимать апартаменты и этого чего-то не окажется, то будет довольно-таки тяжко найти все по нормальным ценам. И просто даже тяжко будет это все купить. Ну что ж, вот если посмотреть здесь по сторонам, идет просто какая-то нереальная вообще торговля. Все что-то продают, все куда-то идут, все что-то делают. Но, ребят, здесь ни хрена ничего нет. Купить что-то из каких-то вот необходимых таких вещей здесь очень-очень сложно. Кипятильник, чайник, какая-то нормальная посуда, что-то вот из фумигаторов, мази от комаров, которые здесь действительно много, которые здесь кусают. Нет, этого ничего практически нет. И я вот исходил уже много торговых рядов. Я ничего это не могу найти. Зато здесь куча барахла, совершенно очень дешевого такого пошива. Исключительно нацеленная на местных, конечно же. В общем-то, я думаю, что я вернусь сейчас в супермаркет и куплю в так называемом супермаркете, который очень напоминает магазин Минисо, хоть что-то из того, что мне необходимо. Ну что ж, друзья, вот такой вот рынок в Африке, такой вот шопинг в Занзибаре, не очень классный, не совсем удачный, но все так, как есть. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, до скорых встреч, всем пока!